хочу поблагодарить Ольгу, которая здесь присутствует, потому что исшельмовали человека просто ни за что. Она воспитывала, она отдавала частичку себя этим детям. Что я хочу сказать? Мне очень жалко вас, ребята. На самом деле, тут должны включаться механизмы, которые смогут вам помочь додуматься, что вы мама и папа. Додуматься, до сердца донести. А Ольга, она очень добрый человек. И мне кажется, отходчивый. И, возможно, она, как мать, опытная мать, сможет вам помочь и стать другом. Вы понимаете?